Сегодня на территории Тульского Суворовского военного училища прошел спортивный праздник «Татьяниада-2017». Он проводится в Туле уже в 7-й раз и посвящен Дню российского студенчества, а заодно студенты отмечают окончание очередной сессии. На праздник пришли около 500 студентов тульских вузов, колледжей, суворовцы. Место проведения «Татьяниады» каждый раз меняется. Отмечался спортивный праздник и на территории Центрального парка Тулы, в Ледовой арене Новомосковска. Студентов поздравил губернатор, пожелал успеха в учебе, отметив, что знания, которые будущие специалисты получают в университетах, послужат на пользу региону и стране. Татьяниада – это прежде всего спортивный праздник. Алексея Дюмина пригласили принять участие в перетягивании каната. После спортивной игры чаепития, во время которого руководитель региона пообщался с тульскими студентами. Их в том числе интересовал вопрос, какими видами спорта увлекается руководитель региона. Горные лыжи, ну и самый основной вид спорта, это я играю в хоккей и продолжаю стараться находить время для игры в хоккей. И вообще, если кто-то не играет в хоккей, я могу дать совет, чтобы заиграли в хоккей. Ну а вы, девчонки, если вы не умеете кататься на коньках, чтобы вы научились кататься на коньках, потому что это очень здорово и закрепляет здоровье, и укрепляет ноги, и вообще общее состояние физическое держится в тонусе постоянно. Поэтому все становитесь на лед, играйте в хоккей, занимайтесь фигурным катанием и вообще любите спорт. И сегодня Алексей Дюмин вышел на лед. Он сыграл в товарищеском матче за одну из хоккейных команд воспитанников Суворовского училища. Губернатор стоял на воротах команды «Звезда». Хоккейные команды сыграли три периода. Во втором игроки «Звезды» смогли забросить шайбу в ворота соперников команды «Метеор». Эта шайба и стала победной в игре. Матч прошел в ледовой арене Тульского Суворовского училища. Для занятия спортом воспитанникам училища созданы все условия. Есть собственный большой современный спортивный комплекс. Студенты, участники «Татьяниады» сегодня смогли принять участие в лыжной эстафете, поиграть в футбол на снегу в городки, а также прокатиться на собачьей упряжке. Основная идея «Татьяниады» – это пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, сплочение студенческого сообщества. Ну а для студенток «Татьян» сегодня праздник вдвойне. Это и день студента, и именины. Для меня это уже какая-то гордость, что я на третьем курсе. Я опять могу посетить это мероприятие, которое является символом того, что я сдаю, хорошо сдаю, и мне есть что отпраздновать.